Все, ребята, раз, два, три, старт! Интересно попробовать себя в этой роли, поучаствовать, да, вот в этом забеге, который начинался как забег, а дальше превратился в какую-то уже становую тягу скорее. Как оказалось, в наших лесах достаточно много мусора, люди не всегда, скажем так, ответственно относятся. Нашли многое, начиная от детских старых игрушек и заканчивая там рубероидом, которым крышу покрывают, матрасами и покрышками автомобильными. Странно, что автомобильные запчасти лежат посреди леса. Такое ощущение, что у нас люди как бы привыкли то ли чинить машины, то ли что. Вот и непонятно немного логика. Но конкретно мне понравилось. Это было хорошо, весело, активно. И, ну, как бы подальше от города, где свежий воздух. Было круто, присоединяйтесь. Мне понравилось. Мне понравилось доставать покрышки из-под земли, которые торчали, кусочек там покрышки торчал с земли. Ну, а там какое-то маленькое такое колесико. Достану, тащу. О, вытащил такое огромное колесо. Одно, второе. И нашла очень большую гору мусора. Стыдно вообще за людей, которые здесь отдыхают, представляют, сколько мусора сюда. Это как бы, ну, по-свински считается, что ли. Как-то хочется, чтобы чистота была, тем более лес кругом, и природа хорошая. Да, мусор некрасиво так делать. Так что присоединяйтесь к нашим уборкам, будем вместе убирать. Победили местные активисты. Woo!